эфире прогноз погоды. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. 14 октября крестьяне старались завершить полностью сельскохозяйственный год. Собирали овощи. Об этом чуть позже, а пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 6, плюс 8. В Ефремове плюс 5, плюс 9. В Белеве плюс 7, плюс 9. В Новомосковске плюс 5, плюс 8. По прогнозам 14 октября температура в Туле будет колебаться от 6 до 8 градусов по Цельсию. Пасмурно, небольшой дождь. Влажность воздуха составит 81-91%. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Возможно, малая геомагнитная буря. Следите за здоровьем. 14 октября ходили в лес за грибами, поскольку именно сейчас появлялось большое количество рыжиков. Верили то, что Богоматерь засевает поля, а Покров наоборот – собирает урожай. 14 октября считалось окончанием всех работ. На сегодня у меня вся информация. Будьте счастливы и здоровы! С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.